В сказании о святых иконописцах Андрей Рублев назван Радонежским. Преподобный отец Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многие святые иконы написал, все чудотворны. Родился ли великий художник в этих местах или связано с ними другое важное событие его жизни, очевидно, что эти краски перешли на его фрески иконы, эти просторы – сформировали мироощущение. До недавнего времени все даты жизни Рублева вызывали споры. Но сейчас искусствоведы сошлись во мнении, что Андрей Рублев родился в 1360 году или примерно в это время и с юности учился мастерству в одной из московских артелей или, как их тогда называли, дружин иконописцев. Неподалеку отсюда 20-летний боярский сын Варфоломей в монашестве Сергий Радонежский основал Троицкий монастырь с главным храмом во имя Живоначальной Троицы, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной рознью мира сего. Преподобный Сергий Радонежский мирил враждовавших князей, способствовал объединению русских земель вокруг Москвы, возрождению духовных сил русского народа, чтобы освободиться от татаро-монгольского ига. В 1380 году в Троицкий монастырь приехал великий князь Дмитрий Донской просить благословения на Куликовскую битву. Все ли сделал он, чтобы решить дело миром, спросил его преподобный Сергий. Князь отвечал, что все пробовал, но безуспешно. Если так, его ждет гибель, а тебя помощь, милость Господа. Иди, не бойся, Бог тебе поможет. Преподобный Сергий осенил крестом коленопреклоненного князя и, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь!» Андрею Рублеву в год Куликовской битвы было 20 лет. Зная, как ценились на Руси хорошие иконописцы, невозможно предположить, что он участвовал в битве, был в народном ополчении. Но все дружины московских художников в то лето работали в Коломне и Серпухове, где возвели тогда новые храмы. Через эти города шли на битву русские войска. Очевидно, в памяти художника запечатлелись лица людей, преисполненные решимости победить или погибнуть. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы в смертельной схватке на Куликовом поле сошлись две рати. Во время битвы преподобный молился в церкви с братьями, говорил о ходе боя, называл павших и читал за упокойной молитвы. А в конце сказал: «Мы победили». Дорогой ценой далась победа. После битвы через Серпухов возвращалось русское войско. На телегах везли погибших, чтобы похоронить их в родных местах.
По возвышенным чертам его образов всегда будут узнавать творение Рублева. В 1395 году на Русь вторглись войска Тамерлана. Великий завоеватель разорил и сжег город Елец. В Москву была перенесена из Владимира чудотворная Владимирская икона Богоматери. По преданию, в тот же день Тамерлан видел вещий сон, и его войска в панике бежали, так и не вступив в бой с русским войском. Впервые имя Андрея Рублева упоминается в Троицкой летописи среди событий 1405 года. Сообщается о строительстве в Московском Кремле на князе Великого дворе каменной церкви Благовещения. Расписывали ее Феофан иконник Гречин, да Прохор, старец Городца, да чернец Андрей Рублев. Рублев упомянут пока последним, как младший из художников. А уже в 1408 году, по свидетельству той же Троицкой летописи, самостоятельно вместе с Даниилом Черным, старшим наставником и содругом почти по всем будущим работам, расписывает Успенский собор во Владимире, в XII-XIV веках главный храм Руси. К тому времени Рублев уже был монахом. Андрей Рублев принял постриг в день памяти святителя Андрея, архиепископа Критского, который жил в VIII веке и сочинил знаменитый Великий Покаянный канон. Очевидно, средневековый поэт был духовно близок к художнику. Нужно посмотреть на лица. Сказать, есть ли в этих лицах обвинение или осуждение? Ну, больше, скажем, задумчивость, да? Может быть, сострадание, что-то такое, да? Но обвинения нет, так ведь? Это лица Нового Завета. А теперь развернемся, и вот здесь увидим ветхозаветные праведники. Сидят Авраам, Исаак и Яков. Ну а здесь в лицах явно выражена, да, вся суровость и строгость этого закона Ветхого. Ветхий закон был основан на какой заповеди? Око за око. То есть согрешил человек, был потоп. Согрешил человек, владение Святой Леоноры и так далее. Да? То есть Бог в Ветхом Завете являет себя карающим, грозным судьей. И человек платит высокую цену за грехи смерти. Мы живем в условиях Нового Завета. Как же Бог являет себя в Новом Завете? Если там в Ветхом Он карающий, а в Новом-то апостол Петр отрекся трижды от Христа, потом горько плакал и был прощен. Тысячи людей, грешников, которые однажды смогли понять, что у Бога хватит любви, чтобы простить человека,
начинать жить так, как надо, не так, как жили. Как бы вот в этом его гений. То есть он прекрасный богослов, Иероглиф, он монах, он знает Библию. И он в этом сравнении показывает, что если человек поверил в Христу, то не нужно жить будничной жизнью. Как-то замечательный художник-фотограф Василий Васильевич Робинов передал мне уникальную коллекцию снимков, на которых он запечатлел фрески Рублева во Владимире еще до всех реставраций. Тема страшного суда в росписи стен иконостаси символизировала веру в высшую справедливость. Храм был наполнен образами возвышенной красоты и благородства. Успенский собор, возведенный во второй половине XII века при князьях Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо, был кафедральным собором митрополита. Здесь венчались русские князья на Великое княжение, хоронили владимирских князей и высшее духовенство. Но после опустошительных ордынских набегов храм нуждался в восстановлении. Московский великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, предпринял обновление древнего собора как символ возрождения Руси после победы на Куликовом поле. Мастерами артели под руководством Андрея Рублева и Даниила Черного тогда же был выполнен знаменитый иконостас, который сейчас находится в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея. Во второй половине XVIII века его заменили в соборе по указанию императрицы Екатерины II на новый, резной с позолотой в стиле барокко. Центральная икона Владимирского Деисуса «Спас в селах» олицетворяет образ справедливого небесного судьи. Обрамляющий Христа красный ромб, голубовато-зеленый овал и красный четырехугольник символизируют его славу и силы. А теперь прошу обратить внимание шести праведных врат. В чем необычность этой фрески? Уж очень многие достойны рали. До Рублева так не писали. Как художник достигает этого? Это изображает людей группами. Найдите группу пророков, мужчин в шапочках. Группа святителей, одежда с крестами, даже женская группа. И эту огромную толпу возглавляет апостол Павел, который держит свиток, где написано «Придите со мною». А Петр, который держит ключи от рая, находится ниже. Его голова на уровне груди апостола Павла. Вот необычная фреска. Многие достойны рая. До Рублева, повторяю, так не писали. После Владимира, по повелению второго сына Дмитрия Донского, князя Юрия Звенигородского, Андрей Рублев с артелью расписывает в Звенигороде Успенский собор на городке. Создает здесь Звенигородский чин. Во время этой работы художник узнает о страшной трагедии во Владимире. Вместе с дружиной одного из русских князей татары потайными тропами подошли незаметно к городу и напали на владимирцев врасплох. Людей, собравшихся в Успенском соборе, где еще не просохли новые фрески, священник Патрикей постарался спасти на потайных галереях храма и туда же отнес драгоценную утварь. А потом встретил захватчиков один. Они пытали его и, не добившись ответа, привязали к лошади и пустили вскачь. Oh, my God.
Это в древности была такая традиция изображать кресты, как сейчас, например, мы ставим кресты на дорогах, на могилах даже ставим кресты. Крест был одной из величайших радостей в нашего древнего православного мира. Вот. И поэтому в храмах, на храмах изображались кресты. В храмах изображались кресты. В каждом храме должно быть распятие, видите? Потому что через распятие на Голгофе, как говорит Писание, праведным воссия солнце. Наш храм – это один из древнейших памятников Подмосковья. Самый старый храм. Он построен во времена освобождения России татаро-монгольского вика. В то время расписывал его преподобный Андрей Рублев со своей бригадой. И, к сожалению, от того времени очень мало осталось фресок, но то, что осталось, мы до сегодняшнего минуты видим и восхищаемся теми красками, работой, которые 600 лет тому назад проводились в нашем храме. В настоящее время остались только фрагменты этой живописи. Ну, к сожалению, видите, преподобный Андрей Рублев был канонизован совершенно недавно. Поэтому он так не вошел глубоко в понимание нашего народа. Хотя искусство, люди искусствоведения, художники, иконописцы прекрасно знают и восхищаются его трудами. В Андрониковом монастыре, по преданию, он был и похоронен. Там, конечно, особенно чтится. Но в нашем храме есть икона его в алтаре, Андрея Рублева. И мы, конечно, всегда вспоминаем с благоговением его подвиги и труды. Потому что храм был в таком состоянии окна были узкие, было темно, но надо было трудиться и расписать весь храм фресками. По мокрой штукатурке расписывалось храм Успения Пресвятой Богородицы. Где-то недалеко, вот здесь, вот в каком-то сарае, нашли вот эти вот иконы, которые сейчас перетекают. Ну, это разные ходят такие версии, но особенно эта версия появилась в советское время, что якобы где-то ступеньками были, ничего подобного. Для церкви иконы, которые даже ветхие становятся, есть такое правило – либо их сжигать, либо их пускать по воде, либо их хранить в каком-то месте, а здесь ни сараев, ничего здесь не было. По всей вероятности, они стояли на колокольне, наверху, на хорах. Там есть кладовая, в которой ставились старые иконы. И там, вероятно, Игорь Грабарь и обнаружил их, и что явилось сенсацией для мира. А отец наместник, батюшка, и отец Иероним попросил просто вот этот участочек облагородить. Тут висела икона чудотворная, Киево-Братская. Вот под нее сделали киот красивый и временно ее поместили вот на этот северный столб, северо-западный. Вот. А здесь открылась, значит, вот такая вот некрасивая часть. Это просто вот надо вот привести в порядок. Это место. Вот, смыть копоть и заново покрасить под какой-то такой вот под общий цвет такой фона розового цвета. 70-е, 80-е годы большую исследовательскую работу проводил, реставрационную работу проводил здесь Виктор Васильевич Филатов, наш очень известный реставратор. Вот он подробнейшим образом изучил этот собор, вот, и даже составил, в общем, такую предположительную схему росписи композиции. Вот это, конечно, такая большая его заслуга в этом. Вот им и были найдены тоже вот какие-то кусочки фрагментов фресок. Обследование фресок Андрея Рублева в Звенигороде позволило выдающемуся современному реставратору Виктору Васильевичу Филатову сделать портрет самого Андрея Рублева. Каким он мог быть, Виктор Васильевич предположил, что сам Рублев был похож на один из прекрасных образов своих звенигородских фресок. Каждое вмешательство в этот собор, реставрационное, ремонтное, вот, все время питается какая-то надежда, а вдруг еще найдутся вот эти кусочки фресок. Вот кто знает, может быть, где-то еще-то в каких-то межоконных проемах, в откосах окон, в откосах дверей могут сохраниться эти уникальные фрагменты первоначальной росписи.
Вот в том году мне вот как-то так повезло, и я на дверном проеме, который ведет на хоры, вот нашел тоже покраску, авторскую покраску, а покраску начала 15 века, вот по времени, которое вот соответствует первоначальным росписям вот времен Андрея Рублева. Такая тоже была радость, в общем-то. Вот она не просто покраска, она такая, в общем-то, полостная покраска. Вот как бы радужная покраска, там оттенки охры разные, такая интересная довольно-таки. Вот, и сейчас вот батюшка дал, такое задание, как бы облагородить этот уголок. Я расчищаю, там делаю вычинку, потому что собор очень много раз ремонтировался. Особенно вот после открытия собора, после войны, вот в 44-45 годах. Вот постоянно его ремонтируют. Вот. И очень проблема то, что собор подпитывает воду, подсасывает как бы воду, и все, что на уровне полотенец, чуть выше полотенец, вода поднимается как раз до этого уровня, и вот эти чинки, они, как их не делать тщательно, они все равно отваливаются. Ну вот эта вот правая половина, значит, откоса, вот открыта была, и вот как раз здесь... Открылась, значит, такая полосатая, значит, покраска. Тут идет полоса темной охры, светлой охры и разбеленной охры. И такая филеночка идет, покрашенная блакиноварью. Вот это все вот штукатурка, роспись времен Андрея Рублева. Вот тоже, вот видите, вот Андрей Рублев, то есть 15 век. Вот она сейчас за воротом идет. Вот здесь, если ковырять, то, может быть, она куда-то вот сюда дальше идет. Но это вот все кусочки, фрагменты, когда сбивали. Где-то что-то они так оставили. Наверное, крепко держалось. На фоне Голгофы, на фоне стены Иерусалима изображен вот крест Спасителя. Над ним, значит, изображение Флора и Лавра. С одной стороны здесь Флора, с другой стороны Лавра. А внизу две такие большие композиции сохранившиеся. Это Пахомий Великий и Ангел. И справа это Варлам, индийский царевич Иосаф. Вот то, что темные такие фоны, темные, это называется рефть, это подложка под синий фон. То есть, по идее, они должны были быть на таком синем фоне. Охристая стена Иерусалима. В том году реставраторы приезжали, здесь межобластной реставрации, они укрепили эти фрески и сделали пробу на помывку. Размыть, помыть, посмотреть, какой остался первоначальный цвет. Ну, их надо сейчас еще мыть, потому что они темные совсем. Вот. А после того, как помоют, конечно, тут будут и охристые одежды, коричневые одежды святых. Вот. Замечательные такие охристые нимбы, белильные свитки с углем написанным текстом. Вот текст, видите, хорошо сохранился, тоже он даже читается. Это текст, вот, сама каллиграфия, это 15 века, очень так ценно здесь. Из этого собора, предполагают, происходит же знаменитый Звенигородский чин. Три иконы Андрея Рублева, вот, которые в Третьяковской галерее сейчас хранятся. Вот, и, значит, искусствоведы там строят предположение, как они могли располагаться, эти три иконы. Вот. И некоторые считают, что, в общем-то, какой иконостас был во времен Андрея Рублева, сплошной, высокий или с разрывами по этим столбам. Вот такая искусствоведческие постоянные тут какие-то такие загадки этот собор преподносит. Вот, ну, вы понимаете, там очень давно не мыли этот барабан. Вот, наверное, последний раз сюда забирались реставраторы и люди, которые промывали собор, наверное, лет 25 тому назад. И, конечно, копоть, там ничего не видно. А вот в откосах оконных, между оконными пространствами, там сохранились небольшие фрагменты фресок, кусочки фресок от Андрея Рублева. Вот. А те фрески, которые сбивались, собор-то весь был полностью покрыт фресками, их сбивали и планировали территорию вокруг городка, вокруг собора.
Вот если сейчас взять, выйти из собора, взять лопату, начать копать, то мы наткнемся на слой фреск Андрея Рублева. И вот в 86-м году делали пробный шурф археологи и нашли этот слой, где-то сантиметров он 20 там оказался толщиной. Вот, и все, что подняли из земли, все это хранится сейчас в Звенигородском музее. Даже делаются попытки восстановить кусочки фрагментов по фрагменту, по кусочкам какие-то там композиции. Вот. И удалось даже собрать, значит, одну из розеток. То есть, по-видимому, вот как раз попали на полотенце, знаете, где были высыпаны полотенца фрагменты. Вот. Так что здесь может быть большой проект по восстановлению вообще всех фреск Андрея Рублева по этим фрагментам, по кусочкам. Такая, в общем-то, задумка есть. Сейчас вот эти сюжеты, они как-то повторяют Рублева? Нет, совершенно никак. Почему? Потому что когда сбивали в 19 веке росписи, сбивали, то мастера, которые переписывали собор, они переписали в стиле ампир, в классическом стиле этот собор. Вот только себе можно представить, какой он был, когда здесь были колонны, пилястры, написаны на стенах херувимы, когда написаны были гирлянды. Вот. Одно из таких полотенец с гирляндами сохранилось в алтаре. То есть изображений практически не было, чисто вот такие орнаменты были. А то, что мы видим, это уже Палех, это 80-е годы 19 века. Где-то я прочитал, и мне очень понравилась такая мысль, что Сава Старожевский пришел сюда, в Звенигород, не по своей воле. Не по своей воле, а Юрий Звенигородский его чуть ли там, ну, не силом, а, по крайней мере, обманом сюда вот завлек себе поближе. Потому что духовное чадо хотело постоянно общаться со своим духовным отцом. А так как Юрий Звенигородский был все-таки князь такой высокого такого уровня, величина и наследник Московского престола, то вот он хотел вот иметь близко рядом своего духовника. И поэтому Юрий Звенигородский захотел как-то его, ну вот как-то сюда привлечь. И ничего у него не получалось. Сава никак не хотел уходить из родного своего монастыря, где и учитель его находился, где и братья, с которыми он уже, в общем-то, был так связан обязательством, потому что он был настоятель этого монастыря. Вот. И одним словом, есть такая вот, где-то я вот читал такое мнение, что будто бы Юрий Звенигородский пригласил сюда Саву, якобы для крестин дитяти какого-то московского боярина, звенигородского боярина. Вот. И Сава приехал, и Юрий Звенигородский его уже дальше не отпустил. Не отпустил, сказал: «Все, будешь здесь у меня. Вот я тебе место нашел, очень красивое место, совсем рядом, тут с городка все это. Видно, гора вот такая, Сторожа называется. Вот место идеальное. И в житии сказано: яко же небесный рай благовонными насажден цветами и древами». И вот я себе просто вот уже представляю, как Юрий с Савой, они идут туда, в сторону Сторожевской горы этой, поднимается туда, смотрит преподобный Сава, падает там на колени, все, монастырь основывает. Вот. И Юрий Звенигородский ставит ему деревянную келейку, там, ну, приглашает там плотников, которые ему рубят это дело. И вот он остается вот жить вот совсем рядом здесь. Ты, конечно, не мог для росписи вот этого храма, для которого был построен деревянный храм, вполне возможно, что Юрий Звенигородский решил отблагодарить преподобного то, что вот он все-таки остался, не стал там сопротивляться, он ему решил вот как бы украсить вот этот маленький деревянный храм и заказал преподобному Андрею Рублеву написать вот тот самый будущий Звенигородский чин. Вполне возможно. Вот. Потому что многие историки искусства, искусствоведы, они считают метры, считают сантиметры, а укладывается ли этот иконостас в стены, в пространство Успенского собора, Рождественского собора. У них не получается никак. Вот. А вполне возможно, что он был написан не для каменного собора, а для того деревянного, для деревянного первого собора.
Вот. Размеры, которые мы, естественно, даже и представить себе не можем, каких размеров он был. Вот. И, может быть, там вот, вполне возможно, эти иконы там находились, затем они перешли в монастырь, а затем уже каким-то образом попали сюда, вот, на городок. Эти иконы хранились в Успенском соборе здесь. Я занимаюсь космосом, занимаюсь авиацией, мне интересно. Взаимосвязи очень много, да, и вот одна из взаимосвязей – это то, что образ Спасителя, который открылся на Туринской плащанице при фотографировании там, в XIX веке, он удивительнейшим образом похож на образ Спаса Звенигородского чина, который был открыт в 20-х годах 20 века. Туринская плащаница – погребальная пелена, на которой выступают расплывчатые пятна коричневатых тонов, похожие на кровь, появилась во Франции необъясненным пока путем в Средние века и была выставлена на Международной выставке религиозного искусства в Париже в 1898 году, где ее сфотографировал археолог и фотограф-любитель Секон де Пиа. Когда же он опустил затем снимок в проявитель, то на темном фоне негатива выявился позитивный фотографический портрет Иисуса Христа. Позднейшие исследования Туринской плащаницы учеными доказали ее подлинность. На выставке, посвященной Туринской плащанице не так давно в Сретенском монастыре Москвы, на месте, где когда-то москвичи молили икону Владимирской Богоматери защитить их от Тамерлана, фотографии бесценной святыни многим напомнили известную икону Андрея Рублева. Чудотворную икону Владимирской Богоматери после спасения Москвы от Тамерлана пришлось вернуть во Владимир, но москвичи очень хотели иметь свою икону. Среди нескольких была написана и Рублевым «Владимирская Богоматерь». Как всегда, художник не стал точно повторять по легенде творения евангелиста Луки. Он создал свой, необычайно трепетный образ Пречистой Девы. Я поступил во ВНИИР в 68-м году, да, в 69-м году дали командировку в Владимир, ну, на стажировку, вот. И вот тогда-то я и все это с этими владимирскими реставраторами так как-то и познакомился и работал с ними. Как вы думаете? Чем можно объяснить вот то, что, скажем, Туринская плащаница, это изображение, да, ставшее известным только, да, сейчас, да, фотография современными средствами, да, что это как-то совершенно странно, очень похоже на Звенигородского, да, Спаса? Это я не могу сказать. Это такая тайна, это новое, непонятно. Это здесь что угодно, может быть, какие-то... Потому что какой-то есть внутренний образ такой у иконописца, да, и, скорее всего, он попал. Вот. Я проще скажу, вот знаете, сейчас открыта эта выставка, да, «Россия и Европа», да, на Крымской набережной. И начинается вся эта выставка с икон. Вот так вот, там и Борис и Глеб, и Троица. Она неожиданно как-то ее, ну, там видна. Троица
Музыка – это какое-то прозрение для… Конечно, это все. Вот как про Пушкина. Все. Сохранилось свидетельство, что в 20-х годах 15 века игумен Троице-Сергиева монастыря преподобный Никон повелел Рублеву написать икону Троицы в похвалу отцу своему, святому Сергию, чудотворцу. В основе сюжета Троицы лежит библейский рассказ о явлении праведному Аврааму божества в виде трех прекрасных юношей-ангелов. На иконе письма Рублева нет ни Авраама, ни его жены Сары, угощающих путников, как писали прежде. Внимание великого художника сосредоточено только на трех ангелах, на теме жертвенной любви. Троица воплощает идею триединого божества. Икона Рублева воспринималась современниками как идеал духовного единства, мира, согласия, взаимной любви, смирения, готовности принести себя в жертву ради общего дела. К Троице Рублев шел всю жизнь. Только многие дивные ангелы, написанные им в разное время, позволили художнику создать неземные лики его величайшего творения. Вот мы с вами видим первый каменный храм на территории монастыря. Эта церковь была построена в 1423 году в строгом стиле раннего московского зодчества. Но вот на этом месте раньше Сергий и построил маленькую деревянную келью для себя и маленькую деревянную церковь. Сейчас мы с вами спустимся немного вниз, обойдем Никоновский предел и подойдем к Серапионовой палате. Палата находится на том самом месте, где была келья преподобного Сергия и где совершилось великое чудо – явление Пресвятой Богородицы и апостолов Петра и Иоанна Сергию Радонежскому. Сначала, до того, как построить им келью, они сделали шалаш от дождя, а потом построили келью и уже туда дальше, вот где Троицкий собор, и построили маленькую деревянную церковь во имя Живоначальной Троицы. В соборе писали Андрей Рублев, Даниил Черный. Но в 17 веке были написаны новые фрески. И когда мы с вами войдем в Троицкий собор, мы с вами увидим фрески 17 века. Высокий пятиярусный иконостас. Он раньше хранил икону Андрея Рублева «Троица». Но после революции она была забрана в Третьяковскую галерею. И мы на ее месте увидим копию, список с этой иконы. Это икона 1929 года художника Баранова. Золотая риза, которая украшала икону Андрея Рублева, эта риза была сделана на средства Ивана Грозного, она находится в отделе музея. Он так и называется – ризница. Второй и третий ярус иконостаса, иконы, которые составляют второй и третий ярус иконостаса, это иконы в основном Андрея Рублева и Даниила Черного. Но в основном это такие иконы, где они писали лики и руки святых, а уже позже полностью икону завершали их ученики. Правое дело. Вот как понимали всегда на Руси святого Сергия Радонежского. Дух величайшей простоты, правды, святости жизни преподобного как бы пребывает здесь с паломниками, которые приходят поклониться его мощам. В 1411 году на месте погребения преподобного Сергия была построена новая деревянная церковь, а в 1422 году ее заменил каменный Троицкий собор. В иконостасе сохранились иконы письма Андрея Рублева. В сказании о святых иконописцах упоминается, что инок Андрей Рублев жил в Троицком монастыре в послушании у преподобного Никона, ученика Сергия Радонежского, из 1390 года игумена Лавры.
А теперь взгляните на этот русский вариант «Тайной вечери», где апостолы сидят за круглым столом вокруг одной чаши. Подобная икона была написана для Благовещенского собора Московского Кремля, где Рублев работал под руководством Феофана Грека. Очевидно, от учителя Андрею Рублеву досталась его свобода образных обобщений. Тот же сюжет художник повторит в Троице-Сергиевом монастыре. Как перекликается это решение с общей чашей его Троицы? Давно замечено, икона Андрея Рублева столь совершенная, что даже их фрагменты воспринимаются как законченные произведения. Троицу великий художник написал так, что символическую чашу повторяют и фигуры ангелов, и даже очертания пейзажа. Ну, Донская Богоматерь, она предполагается, что это все-таки повтор, более Феофаном Греком повтор. А Рублев, значит, ну, ученик Феофана Грека. И, конечно, это была Донская, но сразу она не какая-то другая, а Донская. Потому что это шли или помереть, или победить. Все. Даже сам ход вот этого вот, Дмитрия Донского, он перешел Дон. Кто его тянул туда? Да никто. Вот это. Он сам устроил себе, пришел на Куликово поле, сзади не Прядва, а здесь Дон. Все пути к отступлению он себе обрывал. Ну, какое состояние должно быть этих воинов? Шли или победить, или погибнуть. Устраивали себе, что отступать некуда, как во время войны у нас. Москва, это за нами, отступать некуда, велика Россия. И здесь отступать некуда. И, конечно, когда эти войска, они же всем шли с Владимиром, то есть с Донской Богоматери, с иконами, со стягами, Спаса Нерукотворного. И, конечно, там должна быть золотая, чтобы все эти войска видели, не на беленьком что-то, а на беленьком, что не видно, а золотая она должна быть. Вот это богоявление должно быть. С нами Бог. Должна быть ситуация. Вот это вот. И это, и икона. Вот это вот и давало. Вот это. С нами Бог. И победим. А мы уже разнежены эстетически. Вот, нам нужно как, вот так вот все. Привычной, нам удобной живописи. Уже как бы реставрация свершилась в 22-м, что ли, году, когда Чириков и Гурьяновы делали эту реставрацию этой Троицы. Вот так вот. И как если Чириков подходит, значит, он все золото убирает. Вот так вот. И золото убрано. Вот когда произошло решительное, но реставрационное, то ли вмешательство, то ли что. Но парадокс заключается в том, что Рублев и без золота смотрится совершенно удивительно. Так в том-то все это и тайна какая-то. Я до сих пор не знаю, что лучше. Вот, и, во-первых, привычка, конечно, мы всю жизнь привыкли видеть такую Троицу или там Донскую Богоматерь, Белофонную. Вот. И иногда кажется, что действительно не надо вот этого золота, а вот куда же уж выше, но Троица, ангелы, Троица, вот они. Зачем еще даже, кажется иногда излишним это, но золото. Но это моя личная точка зрения, не знаю. То есть, когда убрали золото, то стало еще отчетливее, понятно, совершенство. Ну, конечно, конечно, да, да. То есть он, эта расчистка дает что? Как бы, ну вы сами вот убрали на картине или где-то фон, например, да, убрали. Ну, конечно, эти портрет ваш, ну, будет не в каком-то пространстве, вот, а с самостоятельными какими-то вещами. Ну, самостоятельными
на которых вы внимательно будете рассматривать. Не картину рассматривать, а этих персонажей. Но кто там? То есть в чем-то Рублев перекликается с современными поисками классическими? Безусловно, перекликает. Конечно, перекликается. Только не хватает современным это глубину вникания и глубину видения его. Но, а мы сами по себе, и мы сами, значит, пупы такие, и стараемся, значит, себя выразить. А он не себя выражал, а выражал вот это Богоявление и Троицу. А вот этот замечательный спас Звенигородский, да, который, да. Он сохраняется, в общем, вот в таком виде там. Да. Вы считаете, что так и надо его сохранять? Так и надо. Не восполнять? Ни в коем случае. Это будет конец. Всему конец, понимаете? Ни в коем случае. И доски эти нарастили идеальные. Выдержали этот формат, ну, этого ряда. И также, конечно, нелепо, если он такой доской смотрелся бы. Конечно, надо нарастить эти доски. Нарастили эти доски, и все замечательно, и здорово. Идеально смотрится. Вот это реставрационные победы. Для меня, я думаю, что для большинства православных людей, тем более те, которые связаны с иконописью, наверное, один из самых величайших метров, на которого вы всегда равняешься, всегда это твой уже вневременной учитель. Существуют разные мнения, где Андрей Рублев принял монашеский постриг – в Троице-Сергиевом монастыре или в Спасо-Андрониковом, иноком которого он оставался до конца жизни. Последней работой художника стала роспись Белокаменного Спасского собора Андроникова монастыря. Он выполнил ее в память о первых игуменах монастыря Андронике и Саве. Эти фрески вовсе не сохранились. Здесь же, сразу по завершении росписи, Андрей Рублев скончался 29 января 1430 года. Здесь похоронен, как и его содруг Даниил Черный, который ненамного его пережил. В 1988 году Андрей Рублев был канонизирован Русской Православной Церковью. Вскоре после смерти Андрея Рублева выдающийся церковный и государственный деятель того времени Иосиф Волоцкий постарался собрать и записать свидетельства о его жизни. Ездил по многим русским монастырям, еще застал тех, кто знал великого художника. По документам основанного им Иосифа Волоцкого монастыря Андрей Рублев и Даниил Черный предстают как чудные, добродетельные старцы и живописцы, всех превосходящие в добродетелях. О Рублеве же известно, что он намного всех превосходил в мудрости. Иконы Рублевского письма уже тогда приравнивались в цене к стоимости нескольких деревень. Современные исследователи не раз высказывали предположение, что Андрей Рублев был знатного рода. Только систематическое образование с детства могло заложить основу его поразительных познаний. Может быть, путь к разгадке происхождения художника подсказывает икона Евхаристия – Причащение. Она попала в собрание Третьяковской галереи из Благовещенской церкви села Благовещение, что неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. Оба сюжета этой надвратной сени – причащение хлебом и причащение вином – Андрей Рублев почти точно повторит в Троице-Сергиевом монастыре. Можно предположить, что и икона из села Благовещение – его письма. Само же это село – вотчина обедневшего старинного рода князей Радонежских.
и было подарено имя как вклад Троицы Сергия в монастырь.